И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Так, мне скинули Mortal Kombat 1. Амгарди трейлер какой-то. Амгари, Юмгари, не знаю. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Какой-то еще один трейлер первого МК. Так. Умгари are warrior priestesses. Так, погодите, совсем забыл. А, уже, да, давайте заново тут вот. Умгари are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. From infancy, they are trained to defend the royal family. I will prevail, Earthrealmer. This fight is more important to me than you can ever know. Li Mei used to lead the Umgadi. It was on her watch that... Бля, я не помню, Ли Мэй это новый персонаж получается, просто выглядит максимально беспонтово. Вообще не запоминается. Ни по стилю, ни почему, хз. Или она была, я хз. Просто вот такую я вижу впервые. Может быть, старый? А какая? А кто она? А кто это, блядь? Я не помню Ли Мэй. А, старый, но no name? Блин, вообще не помню ее. The princess's father was murdered. Какая-то выглядит беспонтово вообще абсолютно. Surrender if you wish to remain unharmed. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. Are you so easily taken in by lies? Let's see if you still fight like an Umga. Блин, вот это вот сразу выглядит интереснее. Хотя я ее тоже, честно говоря, не помню. Но она вот сразу запоминается. Она вообще не... Она как NPC. Вот, блин, дизайн максимально говёный у этой. Бля, вот честно, бля, она просто как NPC. Максимально какая-то беспонтовая. My edge hasn't dulled, Tanya. Это Таня? А, да, блять, так Таню я помню. Так она вообще по-другому была. Так она ж по-другому выглядела, бля, по-моему. Таню я помню. Так она ж вообще другая была. Или я не... Подожди, или я, может, ошибаюсь. Подожди, она вообще какая-то была. Ну это... Ну... Да. Ну да, но... Да, вот... Вот, да, все-таки она была другая. Ну вот здесь... Ну, блядь, вот это, она запоминается. Согласны? А вот это... А вот это... А это просто какая-то... Это просто какая-то девка. Вот Таня, она... Да, ну, кстати, Таню, конечно, поменяли пипец. Но она отличается, она как-то, не знаю, какая-то стала более... Менее сексуальная и более... А вот Ли Мэй... Ли Мэй, блядь. Слушайте, но... Она здесь гораздо интереснее выглядит. Какая-то цыганка-гадалка или пиратка, я не знаю, как угодно. Но здесь есть какой-то, какая-то идея. Не-не-не, ну серьезно, здесь есть какая-то идея в этом, в этой штуке. А здесь просто обычная чувиха какая-то. Once again, you prove incapable of protecting the royal house. Are you unwell, princess? I am fine, Tanya. For you to hold the throne, we must keep your secret. With Liu Kang's help, maybe they'll find a cure. If he could have helped, he would have done so by now. We are victims of Tarkat. It disfigures, then debilitates. In time, it will turn us all into bloodthirsty monsters. Death is our only release. Конечно, вот у этих классный дизайн, очень стрёмный, да? У Бараки. Ну, очень круто сделано.
классные анимации лезвия в процессе замаха и так далее, очень круто. Очень круто. In my heart, I am still Umgadi. Боже мой, ну вот честно, вот это, блин, вот это первый минус, который я могу заметить. Пока у всех персонажей, которых показывали, они были окей, ну, старые, понятно, им сохранили стиль там, каких-то даже если переработали ту же Таню. Как бы, окей, все равно узнаваемые и так далее, и так далее, и так далее. Но Ли Мэй это просто... Не знаю, мне кажется, персонажи игр, таких как Mortal Kombat и так далее, они должны очень выделяться. То есть, это не, они не могут быть позволить себе просто обычной, блядь, норме с девкой. Какая-то прическа, какая-то, может быть, стиль в одежде. Ну, что-то должно ее выделять. Какой-то харизма. Харизма должна проявляться либо во внешнем, либо в вербальном, либо в невербальном форме. Ну, то есть, это должно быть, вот прям ты смотришь на него, бля, это не NPC. Это какая-то чувиха крутая. То есть вот так должно быть. Прикольно. Да и кашты у нее что-то беспонтовые, честно говоря. Не, ну вот прям вот очень недоволен Ли Мэй. Очень недоволен Ли Мэй, конечно, беспонтовщина. Просто беспонтовщица. Неинтересная абсолютно. Неинтересный визуальный персонаж. Вот. Ни внешне физиологически, ни стилем вообще. Пока для меня такое. Таня норм, но вот внешность хуже. Но внешность хуже, чем у старой Тани. Окей, хуй с ней. Вот, зато она прикольно сделана. То есть на нее смотришь, все равно ты, бля, видишь какую-то харизму в персе. То есть сразу понятно, что это необычное. Понимаешь, как бы ты такой, Вот это какой-то стиль и так далее. То есть сразу видно, что она отличается как-то.